Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта Apps Video Review. Сегодня мы представляем вам игру Bunny Shooter. Bunny Shooter — это игра для тех, кому нравится Angry Birds, но кому жалко птичек. Значит, вот такая замечательная играет музыка, когда вы запускаете игру. Здесь видна большая кнопка Play. Значит, мы рассматриваем бесплатную версию игры, поэтому на всех страницах присутствует баннер. Разработчики обещают, что если вы купите какой-нибудь из их продуктов, то реклама пропадет. Покупки могут стоить от 1 доллара, от 99 центов, до 5 долларов за какие-то более дорогие вещи. Итак, перейдем к самой игре. Набираем Play. Значит, в игре есть бесплатный 60 уровней. А также за дополнительную плату предлагаются еще 3 дополнительных мира. Так, рассмотрим, что же есть в этой игре. Значит, нам показывают небольшую предысторию о том, что якобы вы великий производитель морковки, и тут замечаете, что какие-то злобные кролики у вас эту морковку пытаются украсть. Соответственно, вам надо с этим что-то делать. Предлагается такое радикальное решение проблемы. Значит, у вас в игре есть лук, и стрелы и розовые кролики, в которых надо попасть. Это самый простой уровень. Если мы выберем уровень посложнее, например, то тут добавляются дополнительные элементы, например, шарики, которые надо успеть сбить. А также кролики, которые умеют пригибаться, но это их не спасает. Есть разного рода бомбочки. В общем-то, игра достаточно захватывающая и интересная. Но ни по графике, ни по музыке до Angry Birds она, конечно, не дотягивает. Здесь также можно двигать. Все видно, что и фон, и элементы игры прорисованы не так хорошо, как в Angry Birds. Хотя, по внешнему виду, игра очень напоминает Angry Birds. Вот вкратце все об этой игре. Кстати, еще можно поделиться, из этой игры можно поделиться своими достижениями с друзьями в Facebook и в Twitter. Также при помощи системы Friends можно делиться счетом, сохранять свой счет в этой игре и делиться ей с другими. Удачи вам, интересной игры, всего хорошего, до свидания.